Чувашские полицейские задержали подозреваемых в совершении автомобильных краж. Злоумышленники занимались тем, что ночью похищали фары дорогих машин. Оставленные без присмотра транспортные средства лишались оптики за считанные секунды. Разъезжали правонарушители на необычной автомашине, которая позволяла им также лихо покидать место преступления. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД. Сможешь номер записать? Постараюсь. Вперед, марсельский олимпик. Это не номер машины. Как и герои одноименного фильма, злоумышленники передвигались на французском автомобиле. Однако пассажиров они в нем не возили, а наоборот, преследовали корыстные цели. Машина злоумышленников была секретом, ее госномера были двойными. Перед совершением кражи регистрационный знак переворачивался на грязную, нечитаемую сторону. Этот фокус позволял уйти правонарушителям незамеченными. Несмотря на это, столичные полицейские вышли на след злоумышленников. Задерживать их пришлось не в Чувашии, а в соседнем регионе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение злоумышленников и была организована командировка сотрудников полиции в город Ульяновск, где они были задержаны и доставлены в город Чебоксары. По подозрению в автомобильных кражах в столичный отдел полиции были доставлены 21-летний гражданин Армении и 23-летний москвич. Сейчас они находятся под арестом. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».